Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Сегодня 30 декабря. Вы смотрите новости на канале Инста Тв в студии. Я Анна Касаткина нефть уже не в силах тянуть за собой валюты сырьевого блока так как вторые решили оставить черное золото в буквальном смысле слова наедине со своими проблемами несмотря на нисходящее движение котировок нефти сырьевые валюты оказывают сопротивление сильному доллару причина спада цен на нефть остается неизменной избыточное предложение на мировом рынке энергоресурсов сегодня котировка нефти марки бренд достигает отметки 37.04 после уровня 3 37.40 в ходе утренних торгов. В то же время некогда опережавшая североморскую нефтяную смесь WTI вернулась на прежнее место. Котировка американской сырой нефти находится вблизи уровня 36,91 доллара за баррель. Прогнозы на 2016 год относительно нефтяного рынка весьма удручающие, что и дает повод черному золоту двигаться в направлении ко дну. Многие аналитики прогнозируют более резкое падение уже в начале нового года. Из-за этого рынок закрывает длинные позиции уже сегодня, дабы избежать убытков в январе. Ведь если начинать новый год, то с чистого листа. Видимо, канадский доллар уже заранее знал о таком повороте событий, оставив верного друга нефть, а 1. Сырьевая валюта не торопится падать и готова оказывать сопротивление американскому доллару. Во вторник пара американский доллар против канадского направилась вверх до уровня 1.3940, но уже вскоре скорректировалась, даже несмотря на свидетельство роста запасов в американских нефтехранилищах. Однако отсутствие корреляции цен на нефть и курса КАДИ, скорее всего, явление временное. Нефть и канадский доллар – это два тесно связанных между между собой торговых инструментов и если прогноз относительно углеводорода сбудется в начале января то вполне вероятно мы увидим очередной раунд девальвации валют сырьевого блока а к этому уже нужно быть готовыми так как в скором времени ожидается возвращение на рынок ирана с целью увеличения добычи нефти это были новости на канале инста тв всего вам доброго и удачной торговли до свидания